Всем доброе утро. У нас сегодня новый формат покатушек. Точнее, не новый формат, новая дисциплина. Так, мы едем брать точку. Причем точку мы едем брать не спортивную. Группа WhatsApp, ну, по интересам парни едут, ставят точку, геометку, и мы должны ее взять. Вот с Олегом на одной машине мы едем брать точку. Я как штурман. Как видите, симбу полностью восстановили. Здесь теперь усиленные трубы, которые мы вырвали. Полностью отребилдили, переделали лебедку. Выточили новые, Олег, или те обваривали, вот эти кронштейны? Эти, которые... Ну, площадки, да, площадки. Нет, новые сделали. Новые полностью. Металлические получается, да? Да. То есть уже не алюминь, а металлические вот эти вырвали. Тогда ухо. Вот. Ну, а так в целом все то же самое. Все, лебедку намотали. Ну, надеемся, она сегодня не пригодится. Что? В путь? В принципе, не знаем, что нас ждет впереди. Вроде как всего 3 километра до точки. Посмотрим, что это будет за 3 километра. Ну, пока катим славно. Пошел дождик у нас. Ну вот едем, дорога сухая, вроде нормально. А вот сейчас, стой. А там объездка слева была, может туда? Тут прям глина. Ой. Или давай я выйду, чтобы потом не вылазить. Да. Если можно объехать. Ну как бы вот так вот в лайтовом темпе едем. Блин, ну не видно, есть фонарик у тебя? Да. Короче, подсели в одном месте. Ну тут то ли Олежа тупанул, то ли... Да я тупанул. То ли он испугался. Короче, вот лужа раскорячила, встала. И начали ехать, он взял и затормозил. Вот, ну такая, нормально. В принципе, тут поверху можно было объехать. Че, едем дальше? Дорога, короче, у нас изменилась. Мы ехали-ехали и... Старая, видимо, лесовозная какая-то дорога. С колеей, с хорошей. Вот, грязная. Узкая, заросшая. Ну, едем потихонечку, пробиваемся. Очень коварный осенний лес тем, что вроде вот ровная дорога, но здесь огромная ванна. Лужа, проезжай максимально вправо и быстро. Так вот провалиться можно, да? В листве вообще ничего не видно. Ну, да. Туда нырнуть. Давай. Руль влево. Влево и пошел. Пробуй выехать направо. Хорош, колея. Говорил, лопату надо брать. Давай. Молодец, сам. Образцово, поехали. Что это, старая дорога? Старая, когда она была тут боевым маршрутом, она была очень интересная. И нам на самом деле повезло, что очень сухо. О, хорошая колея. Я бы, наверное, все-таки туда поехал. Да, потому что это все время тут кто-то лебедился, но там смотри.
Там, смотри, там тоже старая лужа слева. Так что держись правее, я посмотрю. Выключи блокировку! Все равно ж поворачивать хуже. Они считают, что ж гребут по-другому. Проезжай туда дальше, я пройду. Вот если было бы сыро или накатано, было бы намного хуже. Но мы пока вроде справляемся. Есть прям засадные моменты. Видно, что маршрут хороший. Рубились тут раньше знатно. А мне в кайф по лесу погулять. Ты без блокировки. И это, не сдал. Ох, хорошо. Сильвера тащат. Оп! Давай, давай. Хорошо. Все время чертит мостом. Прошел. Грязь вязкая, ну, то есть зацеп боковой у сильверов есть. Давай, 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 пошли. А по карте мы вообще все время по руслу реки якобы едем. Но мы поднимаемся, то есть речка, видимо, раньше была. Стой! Надо карту сравнить. Мы, по идее, где-то приехали. Сейчас поищем. Ну, сразу было понятно, что это место, деревья, ну, фотки-то у нас есть. Да. Вот, немножко походили, побродили и нашли вот такого красавца. О, Олежа, у нас завтрак. Завтрака мака нету, но я знаю, где он есть. Слушай, пацаны, от души. Мишка не влезет. Пацанам, ну чё ты, доволен? Все оказалось намного проще, блядь. Лебёдки мотали. Можно было и на Ирше ехать в две машины. Чё, давай фоткаемся, забираем. Всё, да, да. Ты сейчас на месте разложишься. Все, стой, стой, как... Да ёп! Стой, 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 говорю. На тебе. А я тебе говорю, стой, ветки падают. Ты видел, как она воткнулась? Я видел, как она ударила. Нет, первая воткнулась рядом с колесом. Да, я тебе говорю, стой, там дерево, оно, смотри, оно на нем лежит, вот. Вот это дерево падало. Вот, смотри, вот такая веточка, вот. А, ну да, отлично. Дерево в никуда. Дурачок. Так, ну что, садись там ногами, руками как-нибудь. Давай с другой стороны. Сейчас бы лобовое тебе пробило. Так, как хочешь, что дай. Я даже пацанам видосик могу скинуть. Так, да. Ну все, на этом наш прекрасный коротенький видос заканчивается. Вот на таком прекрасном, красивом осеннем моменте. Теперь наша задача будет поставить эту точку в очень интересном, красивом месте. Всем спасибо, удачи, до новых встреч. А, и как всегда, да, мы что делаем? Говорим, YouTube ставим
Пальцы вверх, колокольчики, да-да-да, все. Лайки-дизлайки. Лайки-дизлайки. Всем пока. Итак, у нас включение номер два. Взятие точки. Точнее, у нас теперь установка точки. Едем, так как по условиям группы нужно было за два дня поставить. Это парней встретили, они из леса как раз выехали. Так как условие было поставить за двое суток, мы решили ехать в ночь. Сейчас 9 вечера, мы заезжаем в лес и попрем. А куда, пока не знаем. Потому что куда мы хотели ехать, парни сказали, ехать туда не стоит. А туда, куда они сказали ехать, стоит, нам туда не интересно. Поэтому сейчас поедем. Сейчас поедем, а там уже что-нибудь увидим, придумаем. Олег, я предлагаю придерживаться нашего плана, ехать туда, а там уже посмотрим. В любом месте мы можем засадиться как-нибудь так, чтобы... Я думаю, да. Мне кажется, мы здесь можем засадиться сейчас. Вообще просто. Сейчас я переоденусь и поехали. В общем, у нас план, чтобы был лайт маршрут абсолютно до точки, чтобы вот, ну, примерно просто на стоковой Ниве ехать. И потом, грубо скажем, чтобы Нива подъехала, парни, увидели точку, а взять ее нельзя, то есть очень сложно, там либо обрыв, либо какой-то промоина, либо еще что-то. Вот хотим так кайфануть. Пока хорошо идем. Вон даже блокировочки включились. Прикольно. Ну просто такие бочечки. Не, кайф, кайф. Ну пацанам же тоже порубиться нужно будет. О, красивое место, надо остановить. Ох, у нас инструменты попрыгали. Ой, хорошо, бревнышко лежало. О, там леженька прилипал чуть-чуть. Ну и ползет, блин. Скажешь, дай гном из леса, блядь. Пищит, но лезет. Давай, да, я хочу туда посмотреть. Поедем посмотреть, видишь, едет. А попробуй туда из колеи вылезть. А вот, ну да, я выйду, пожалуйста. Вот здесь останови, пожалуйста. Не надо пачкать мне машину. Да еб рот. Смотри, какая объездка клевая. По объездкам другие катаются. Нет, я хотел туда посмотреть. Может там прикольно. Да, рано еще точку ставить, чтобы люди, блин, тут на лайт. Ну, на обычных машинах проехать. А, какой ты, блядь, душный. Речку надо просто падай, падай влево. Опа! Ну, по капот колея, нормально. Там какая-то стрелочка влево. Поморгаем. Ну это похоже, знаешь, на что, как мы в Новороссийске ездили. Вон, вот смотри, вот этот бугорок. Вон туда, наверх. А? Нет? Да, можно. Воу! Давай посмотрим. Консилиум! Свети дальше. Если что, я снимаю.
тебе подъем. Блять, ты в тормоз нажимай, чуть не придавил. Я считаю, точка поставлена. Нормально, так. Ну, я сейчас снимаю, я сейчас обойду. Фу. Развернись. А, ну. Все, не, отлично. Чуть-чуть влево. Право, давай. Да, туда. Аккуратно, я на бревне стою, Илька. Можешь меня смело. Оп, стой. Включай. Узенько. Еще, если есть, еще, давай. Ребятки, извините, я держу пень. Олег поехал. Вот такой уклон. Вот я ровно держу. Вот так вот он спускается. Больше 45. Без тормоза на первой. Ползай как можешь. Да он просто его сейчас потащит на дерево. Он вот любитель тормоз понажимать, как ты. Да не надо. Все, выехали. Все, точка поставлена. Это было просто. Так, надо листвой закидать. Ну все, мы... Сейчас я полезу, ребятки, вот так. Че, Олеж, по-моему, прикольная точка. Ну, сюда мы доехали по лайтику. Ну, мы так и хотели, чтобы пацаны приехали, кайфанули, а потом немножко порубились. Ну да, вот место у них для пикничка, для раздумий. Вот тут за ними. Да. Где отличная парковочка. А мы по пешеходной тропе, по-моему, это даже не дорога. Или велосипедная тропа. Это может быть. Да, она широкая. Нет, это велосипед. Это велосипедки. Следов, видишь, нет, Кость, вообще никаких. Да, не, это не квадрики. Так, что, туда едем? Да. Поехали. Че, мы дело сделали, теперь только домой вернуться. Но так как у нас шило в жопе, и мы поставили точку, но мы не поехали обратно лайтом, мы поехали, я бы чуть левее взял. Мы поехали в кукурузу. Вдруг ему сейчас назад надо будет сдавать. Сдам назад? В зеркало. А я тебе без так... зеркала. А, да, блин. Как без зеркала? Мое, говорит, зеркало. Поправим обратно. А мне все равно ничего не видно. Ну, блядь. Все можно сложить.
красивая осенняя дорожка. О, хорош! Там едет. Ехали мы, ехали. Олег говорит, здесь водопад, а еще там внизу пещера. У меня, походу, какой-то маршрут квадроциклетный, потому что у меня показало туда наверх дорогу. А, на ту? Да. Нам туда, Олег? Нам туда? Нам вниз. Куда туда? Ну такой, метров 10-12. 7-8, не знаю. Выехал, не успел. Я думал, все, лебедка. Костян, ну делай так, делать. А что, ты сюда хочешь нырнуть? Ну, Костян хочет порубиться. Выехал легче. Сам с собой. Ну тут да, тут хорошо. Одно легче, представляю. Сейчас, подожди, туда отойду. Казалось бы, да? Только на чуть-чуть. Все, давай вперед попробуем. Не. Давай еще разок. Не знаю, не могу понять. Движка больше, чем у меня намного. И резины, что ли, не хватает? Может, резины. Давай, еще. Проехал дальше, еще чуть-чуть. Не до конца, чуть-чуть, ты лучше проехал, не надо, вот так же спустись. Да нормально все, блин. И задняя. Проезжает, проезжает, больше и больше. Он больше и больше проезжает. Давай полностью, Костян. Юрич, уйди на ту сторону. Или за дерево спрячься. Видишь? Да, он летит. Так ты что же ударялся? Что за лев этот тигр, а? Первая передача не выслушивается. Понятно.
страдаешь, стой! Сань, вот это надо достать как-то, он сейчас в него... Подтолкни! Давай, стой. Подтолкни! Да вон. Давай, я тебя, может, подержу. Меня? Антон, меня? У меня перчаток нет. Ну вот так. Так, а я-то что? Стой, дай я его подтолкну. Держишь? Да. Заберешь? Отходи. У него в задней паре бревно. В задней? Такое ему вперед ехать. Все. Ну, человеку хочется рубиться. Вперед! Сань, не надо, не трогай. Все. Газуй. Ты б лучше тут стоял, наматывал ее правильно. Газуй. Руль лево. Вот так. Подальше встань, Саня, он тебя не видит. Дальше встань. Хорошо тут было. Он до сих пор не едет сам. И только вот здесь он чуть-чуть выбрался. Нормальненько так. А машиной помогать, ебаный свет, Костя! Вот это ее скорость. Вот тебе, блядь, лыжня, нахуй. Говорит, съездим на полчасика, точку поставим и домой поедем. Говорит, я там на 100 к Ниве ездил, там хуйня. Но он ездил, наверное, не осенью, когда было много-много листиков вот таких дубовых, которые забивают радиатор в ухнаре. А это нормально. Закипели. Чуть-чуть еще... вентиляторы не работают. Еще ремни сбило. Вот, ремни поставили, сейчас с винтами будем разбираться. До 6 утра успеем домой. Да. Мой пепелат живой. Единственное, скорости не включаются, но то хуйня.
вроде бы ничего и нет. А что-то зависли. Да нет, калитка нормальная. Слышь, давай решетку скинем, посмотрим, что. Блядь, давайте, я вам давно говорю уже, блядь. Лес нас не хочет выпускать домой. Как бы беда за бедой. Ну, как бы она никогда одна не приходит. Ну, чуть разулись. Ну, хуй, я думаю. Хорошо, хоть сосок кверху. Так, не ругайтесь, мат. И стартер, и аккумулятор, и винты. А что ты на аккумулятор грешишь? Он еще работает. Ну, хорошо. Сейчас, подожди, не вижу куда. Вот это система. Погодь, погодь, погодь. Не мотай. Капот прикрой. Капот, капот. Да, вот, бегу. Только не хлопай. Все, положи. Давай. За намоткой посмотрите. Да тут кусочек. А куда, смотреть? Как ее мотать? Дерево, пожалуйста. Олег, опасно. Дерево, пожалуйста. Аккуратно, аккуратно. Попробуй чуть-чуть помочь. Он идет, кстати. О, вылезло колесо! Еще, еще, еще! Еще, давай! Еще, давай, 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 давай! Нажимай, да? Нет, я делаю. Все, выключай. Снизу не оделась. Угу, надо выше приподнять чуть-чуть. Чуть-чуть, блядь, ее буквально, она тут... Приподнять чуть-чуть? Давай, чуть-чуть, давай. Чуть-чуть, буквально. Так, только не сломай всю систему, Олег. Деревце, пожалуйста, по-братски. Может, ручник натянуть, чтобы воздух поднимал? Да не а надо. А, нет, колеса задние тоже двигают. Все, ой, идет, все, идет, все. Все, все, все. Чай. Бензинчик будешь? Да, конечно. С вами водки литр надо брать. Так, где бензин? Вот. Зажигай. Скальпель. Вот операция. Хайджек, хайджек. Да, это да. Только лохи с хайджеком пользуются. Ой, тоже не понтуйся, уже бы выехали давно. А ты не полил? Есть! Ехал! Костю застрелило. Фу, прям в еб... Бля, Олег, сними! А ну, посмотри. Так оно стрельнуло в последний момент здесь. Полейте воды, блядь. Да вон лужа есть. Проехали 30 метров, и у нас опять развлекуха. Помочь? Подожди, Олег. Чуть посильнее. Лайт.
Кстати, в Эдерсах я сегодня первый раз, очень удобно. Вообще не страшно куда-то либо вступать, на коленки вставать. Нормально, блядь! Ну, короче, проехали. Так, погнали дальше. Ну, Олег стоит прям, ну, под 45 в колее, которая заросла. Дорога, которая заросла, неизвестно, куда ведет. Да, он вообще не заводится. А! Беги. Езжай! Вот так вот ездить без треков. Ну, проехали. Все, вроде дорога, погнали дальше. Так, у нас, кстати, морозец. Видно было, да? И мы выехали к какому-то забору, какой-то пасеке. Это, видимо, вообще скотный двор тут. Но вроде что-то... А я говорил. Ну что, друзья, время 3:30, 3:45. Мы выехали. Закрыли мне свет весь. В общем, это была лайт-покатушка. Все с поломками. Постоянно этот поломок. Ну да. Точку мы поставили за 1.5 часа. За 2 максимум. И 5 часов рубились. Да. И потом сказали, что-то мы слишком легко проехали, надо... Я придумал, я Олега переименую в телефоне, у меня будет теперь Олег Лайт маршрут. Да. Там асфальт. Там две лужи, все нормально. А еще с собой надо возить запасные коробки, стартеры, сцепления, вентиляторы. Это все, что у нас сегодня не работает. А, еще, кстати, колесико я взрывал. Бля, с колесом вообще было тут. Все, дайте мне канистрочки, я пошел водички наберу, чтобы стекла помыть. Все, ребятки, лайки, дизлайки. Штурман работал. Подписота. Если ты после этого маршрута скажешь, что я говно штурман, пошел ты в пи. Видите, у каждого свои обидки. Это обидно было. Костян, а если сейчас поедет? На нейтралке. Так она ж и так ехала. А, на нейтралке. Ладно. Все, короче, мы моемся и домой.